Здравствуйте, с вами Павел, и это небольшой обзор на лот смартфона от LG Optimus Black P970. Что сразу хочется отметить об этом смартфоне? Это состояние корпуса, оно практически идеальное. Я заметил здесь две небольшие царапинки, здесь и здесь. Но их не сильно видно, и они не страшны. Значит, что у нас на передней панельке? Все очень хорошо, нет лишних кнопок, легко заметный LG логотип, камера фронтальная, здесь у нас датчик приближения и датчик светочувствительности. Дисплей у нас 4 дюйма, емкостный, с разрешением 480 на 800. Снизу у нас 4 клавиши. Это домой, то есть свойства, домой, назад и поиск. Что у нас с левой стороны? Здесь у нас качелька громкости и функциональная кнопка G. С правой стороны у нас чистая сторона, нет никаких кнопок. Снизу у нас микрофон. И здесь же углубление под зацеп для снятия задней крышки. Сверху разъем 3,5 под наушники, кнопка выключения, включения телефона и вот такая вот шторка. Очень удобная и, как по мне, никакая грязь туда не будет попадать. Закрываем. Значит, дальше. Давайте мы его разберем и посмотрим внутренности. Крышка очень легко снимается. Итак, что мы видим? Здесь слот под micro SD и под SIM-карту. Литий-ионная батарея с емкостью 1500 мАч. Больше здесь смотреть нечего. Закроем. Так же, как и снимается, одевается крышка очень легко. Все защелкивается, нет люфта, довольно все прочно. Давайте же включим. Чем приметен этот смартфон? Это своим дисплеем. У него очень высокий показатель яркости. В самый солнечный день этот дисплей ведет себя очень отлично. И видно на нем буквально все. Если вы заметили, то яркость здесь стоит сейчас на 10%. Если поставить 100%, выгорают глаза. Хотя если на улице, то очень даже неплохо ставить 100%. Быстрая настроечка, ну, мне достаточно 10%. Что хочется сказать о железе. Оно не сильно крутое. Здесь у нас стоит процессор 1 ГГц. Оперативки здесь 512. Но этого вполне достаточно, чтобы даже играть в такие игры, как Real Racing 3. Вот давайте запустим, посмотрим. Мы видим, что довольно-таки шустренько грузится. Пропустим заставки. Я, конечно, не лучший игрок, но постараюсь вам что-то показать.
Ай, подбили. Ну вот, как вы видите, 3D графика для этого телефона не проблема. Очень хорошая динамика в игре, незаметны никакие глюки, тормоза, хотя, как вы видите, много есть соперников. Вот так вот, но я думаю, достаточно. Так, что у нас еще имеется? В лаунчере довольно-таки шустренько работает. Приложение самое стандартное. Телефон с Android 4.0. Давайте мы посмотрим эту информацию. Так, о телефоне. Sorry. Ага, сведения Oppo. Итак, видим, что версия 4.0. Итак, мы имеем неплохой телефон с отличным дисплеем, в практически новом корпусе. Ну, что можно сказать? Этот лот выставляется за 1500 гривен. Кому интересно, обращайтесь. Всего доброго.